Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том, как же все-таки проверить ваш iPhone, iPad или iPod Touch по серийному номеру или же по e-mail. Итак, для чего же это вообще нужно, когда вы хотите купить бэушный телефон, или же опять же это планшет будет, вот, вам нужно будет удаленно как-то проверить, прежде чем это будет какая-то личная встреча или же пересылка по почте, неважно. Суть в том, чтобы вы перешли на сайт, есть два отдельных прекрасных сайта, один официальный от Apple, вы здесь вбиваете серийник и покажут вам определенные данные. То же самое, есть другой сайт, который проверяется по e-mail, ну или же также по серийному номеру. Что вам нужно знать? Если вас человек пытается как-то обмануть, а он всячески будет пытаться обмануть, статистика такова, что каждый за 10 минут человек трижды наврет, но это как минимум, неважно. Суть не в этом. Суть в том, что вы должны убедиться, что вас не обманут, что он не в черном списке, что он активен и тому подобное. Чтобы узнать об этом, вам нужно зайти в настроечки, вот, основные и об устройстве. Здесь вы опуститесь ниже, вы узнаете и серийный номер, вот я вам продемонстрирую. Как это можно потом все-таки вычислить по этому данному. Вы здесь вбиваете свой серийник, ставите. Потом вводите этот код, который здесь. Код. После этого вам покажут данные на ваше устройство. Что-то неправильно ввел. Перепишем. Вот, как можете заметить, серийный номер, да, устройство, дата покупки, то есть можем узнать, то есть техническое состояние уже все это дело не поддерживает. Все, то есть устройство есть, оно работает. Дальше, нужно пробить по e-mail. Опять же, заходите в настройки, основные, об устройстве, опускаетесь чуть ниже и здесь же скопируете свой e-mail. Вот, переходите сюда, вбиваете здесь ваш номер, здесь нажимаете «Я не робот», и потом уже я вам покажу сам результат, как это будет выглядеть. Ну вот, после того, как мы уже пробили эту всю информацию, что нам показывает? Опять же, это Apple, такой-то iPhone активирован. То есть, опять же, нам здесь показывают, что техническое состояние по гарантии не работает. Самое главное, что это blacklist статус, чист. Это самое главное, чтобы устройство было активировано и не залочено под какой-либо оператор. Все. Это вас обезопасит, и вы уже как-то будете частично подготовлены к встрече. Потом уже будете приступать к самому осмотру устройства. Вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео.